Здание, в котором тренируется известный барьерист Сергей Шубенков, обещают отремонтировать раньше срока. Сегодня мастера назвали новую дату – 1 декабря. Хотя ранее говорилось о том, что сооружение будет восстановлено до Нового года. Вот так сейчас выглядит тир училища Олимпийского резерва. Вместе с биатлонистами здесь занимаются подопечные заслуженного тренера страны Сергея Клевцова, в том числе Сергей Шубенков. В здании долгое время протекала кровля, а затем начала разрушаться одна из стен. В результате строители возводят проблемную стену заново. Прежнюю восстановить не удалось. Вместе с тем идут работы и на самой крыше. До сдачи объекта у мастеров остался ровно месяц. Именно так они сегодня ответили нашим корреспондентам. Напомним, из-за проблем с тренировочной базой под угрозой срыва мог оказаться новый период подготовки Сергея Шубенкова к Олимпийским играм в Токио.